Международный день энергосбережения 11 ноября в Иванове состоялась вторая межрегиональная конференция. Привлечь внимание к теме энергосбережения и повышения эффективности использования ресурсов власти стараются не первый год. На этот раз для специалистов были организованы семинары и круглые столы. Повестки, в общем-то, очень серьезные вопросы для обсуждения, связанные с решением проблем повышения энергоэффективности, использования электрических ресурсов. Это важное и востребованное направление работы, от результатов которых сегодня напрямую зависит состояние всех дел во всех сферах региональной экономики и, безусловно, повседневной жизни. Специальной конференции была приурочена выставка. Свою продукцию представили предприятия, выпускающие энергосберегающие товары. Лидером новейших разработок в сфере сберегающих технологий не первый год является Ивановский энергоуниверситет. У нас разработаны по электромеханике различные энергосберегающие электроприводы. Разработаны конструкции, энергосберегающие конструкции зданий. В том числе специальная система утилизации твердых бытовых отходов. Ну и предлагаются новые марки трансформаторов, электрических трансформаторов для измерения электрической энергии. Некоторые проекты научных сотрудников находятся на стадии изготовления промышленных образцов. Данные технологии уже заинтересовали Росэнергоатом и федеральную сетевую компанию. Кроме того, в университете готовят энергоаудиторов. В соответствии с требованием закона, такие специалисты должны быть на любом предприятии. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.